Всем привет, ребят! Ну что, у меня есть вот такой вот надежный, мощный, прочный автомобиль. Ну и, соответственно, что хочу с ним сделать? Короче, я хочу этот автомобиль забронировать. Но забронировать его не просто так, там взять там какое-то толстое железо и там наварить на него. Конечно же, нет. Так будет неинтересно. Поэтому я хочу забронировать вот этот автомобиль, ребят, бетоном. То есть полностью сварить на него опалубку, сделать все это дело, повторять. Ну, не сказать, что там я буду все вот это повторять. Просто по контуру все это дело делается опалубка, и потом спокойненько все это дело заливается хорошим бетоном. Ну, после чего он, конечно, я подожду, он встанет. И после этого будем проверять нашу броню на прочность. Ну, соответственно, вариантов, как ее проверить, сами понимаете, большое количество, поэтому давайте заброним вот эту тачку бетоном и посмотрим, выдержит ли он или не выдержит. Погнали! Ну вот, ребят, обшили, короче, УАЗика фанерой. А выглядит он вот теперь реально какой-то безумный автомобиль. А сейчас что у нас происходит? Помните, когда еще делали гелика, лед он был очень тяжелый, и рессоры все равно продавило до отбойников, подставляли. Я подставлял туда, в общем, просто жесткие стойки, короче, трубу квадратную профильную вставил туда. Вот сейчас делаем то же самое. Все здесь, в принципе, готово. Ну и тут, конечно, ради балдежа тут с пацанами посмеялись, тут порисовали. Ну, чтобы это реально было похоже хотя бы сейчас, да, на УАЗика. Ну, короче, как всегда, будет весело. В общем, нет, давайте все-таки посмотрим, что у нас получится. Ну вот, ребята, все нормально, все отлично, наш броневичок забетонирован. Тут реально получается тачка как с безумного Макса, только она будет не железная, а бетонная. Так что
для того, чтобы не пропустить, что с ней будет дальше, обязательно подпишитесь, обязательно следите за нами. Что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте лайки. Ну, а у меня на этом все, так что всем пока.